Здравствуйте, уважаемые любители вольной борьбы. Мы сегодня в городе Сузах, Джалаладская область. У нас в гости призер чемпионата Узбекистана среди кадетов Хусанбой. И у нас ответственник из Сузака борец Красный Трикол. Ну, у нас там товарищеские встречи, товарищеская схватка сегодня. Вот пошла у нас борьба. И меняем партнера. Хусанбой против Хусанбоя. Оба из Узбекистана, город Наманган. 2 балла. Еще 2 балла. Он в городе Сузак. Зал это. У него не хороший зал. Условия нормально. Тренер тоже хороший. Идет он. Здесь. А мы снимаем для зрителей, для поклонников вольной борьбы. Ну, у нас сегодня вечером есть тренировка. Мы сейчас в сборе. Из Бишкека тоже гости пришли. Из Узбекистана. И мы тоже пришли сюда, пригласили. И там сейчас город тоже поедет сюда. Вот такая у нас зал. Вон там наши юноши, будущие чемпионы. Вот азартные. Наверное, у нас сегодня все утром, чуть развинка была, и вечером тренировка, полностью тренировка. Вот. Вечером продолжим наш эфир тогда.